Аппетитный чевыч холодного и горячего копчения, а также палтус с его белым, как лист мясом, такое разнообразие цветов и ароматов ждет рязанцев на выставке продажи «Икра и рыба камчатская». Но это не весь ассортимент. Всего на прилавке представлено несколько десятков видов разных рыб – палтус, нерка, омуль, белуга и белорыбица. А какую рыбу решили взять? Чевыча. А почему его? Потому что там много омега-3 и микро, и макро, да. Ну, во-первых, вот чевычу я все время беру, она очень вкусная рыбка. И по сравнению, как у нас еще какую продают, это лучше. Другой камчатский деликатес, который здесь можно приобрести, это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы, сама икра и соль. Она богата витаминами А, Д и Е, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. Что сегодня решили купить? Расскажи. Икру. Почему ее? Ну, почему ее? Я вообще-то у нас икра... Горбуша продается, а это вроде как получше. Что решили купить? Икру. Почему ее? Ну, я люблю ее. Очень даже полезно, да. Рыба вообще все полезна. И икра вся полезна. Ну, конечно, от хорошей рыбы. То, что аппетитная икра от хорошей рыбы, можно не сомневаться, уверяют продавцы. Состав ее, если можно так выразиться, натуральный, природный, естественный. Только икра и соль. Вообще эти эпитеты можно применить ко всему ассортименту. Выставка-продажа «Икра и рыба камчатская» расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 6 ноября включительно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».